Сегодня дан старт благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Председатель общественного совета Приморской полиции Светлана Морозова вручила подарки детям из следственного изолятора и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В учреждениях содержатся подростки, преступившие закон. Здесь они встретят Новый год. Дорогие ребята, ведите себя хорошо, а самое главное, живя в нашей стране, не нарушайте закон, чтобы в следующий раз мне не пришлось бы здесь поздравлять, а поздравляли вас дома. Ребятам, находящимся в местах принудительного содержания, привезли бытовые и косметические принадлежности, фрукты и сладости, а также фотоальбомы. Дед Мороз и Снегурочка пожелали подросткам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году. Посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и заниматься самообразованием.